Совторы, поры, басилюры. Так, значит так, слушай. Какую тебе... Представь себе, жил на свете снежный баран. И вот стоял он всегда напротив кухонного окна. И когда за окном на кухне вспыхивал огонь, он вздрагивал от волнения и всегда говорил так. Бедный Герман, бедная девочка, ты там одна, совсем одна. Среди лесов. И ветер шумит и шумит. И где-то там среди льдин, вроде снежной королевы, а тебе никто не может помочь. Ты не плачь, может быть, все еще кончится. Ничего себе. Прежде и чайник шумит, может, ты
остаться. Нас. Герда, это ты? Герда, а почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Титул. Почему здесь так холодно? Пойдем домой, Кай. Стоять! А ведь я предупреждал вас, ваше величество, что эта девчонка спокойно может пробраться в наш дворец. Ничего страшного, советник, не беспокойтесь. Мы их просто заморозим. Стойте! Снип-стап-сурра-фурра-базелюра! Сказочно! Ведь это ты придумал эту сказку? Да, я. Тогда вычеркни их. Не, не могу, так нельзя. Почему? Тогда добро не сможет победить зло. Как же тяжело с вами, интеллигентами. А Герду с Каем тебе не жалко? Жалко, очень жалко. Но этих персонажей мне тоже жалко, они тоже хорошо получились. Ох уж мне этот мастер грустных сказок. Ну? Хорошо, не вычеркивай. Преврати их каких-нибудь... добрых и милых существ. Да как? Ну, например, в пингвинов. Да это невозможно. Ну... Давай, давай, а ты сама всех повычеркиваю. Я... начну с тебя. Так, слушай мою дочь, сказочник. Она плохого не посоветует. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я сам. Ну, хорошо, но это против всех сказочных правил. Снип, снап, снуре, пуре, базилюре.